Приветули Саранхули! Сегодня я иду гулять и приглашаю вас с собой. Это мой первый влог, и посмотрим, что из этого выйдет. Let's go! Let's go! Из магазина продуктового. Нет, ты не делай этого на карте. Я уже добралась на Хонде. Да, сегодня мы будем на Хонде. Я встречаюсь с девочками. Это подписчицы моего инстаграма. Они приехали в Сеул. И вот сегодня я с ними познакомлюсь. И вы тоже. Так, я уже вижу девчонок. Они меня еще нет. Все, увидели. Привет. Привет. Такой блиц-опрос. Я видела, что вы были на концерте EXO. Да, EXO, были простите. EXO, да. Как вы туда попали? Мы попали туда, мы их, эти билеты честно выиграли. А, вы их даже выиграли? Да, мы их выиграли. А Natural Republic, я знаю, что это проводила. Да, России там проводили конкурс, точнее, там. Лотерею. Лотерею, да, лотерею. Ну, мы просто, нам улыбнулась удача, и мы выиграли эти билеты и приехали сюда. Окей, гуд. Это просто невероятно, такие дикие эмоции. Просто то есть билет вам достался бесплатно, а уже полет, ну, то есть билеты на самолет все это покупали да, сами? Да, мы заранее все купили, у нас были билеты на руках, мы купили, мы забронировали отель. И мы просто вот решили, вот повезет, повезет, попадем на EXO, попадем, не попадем, ничего страшного, в другой раз попробуем. Она была 2 дня назад на фансайне Монстейкс. Да. Монстейкс, да. Спасибо. Экс. Куда вы хотите сегодня попасть? Ну, так, куда можно попасть? Посмотреть на мальчиков. То есть на каких? На Kingdom. Но мне пойдут. Это вот эти, которые постоянно целуются, извините за мои выражения. У них такой фан-сервис. Вообще, они делали просто вот один раз вот так вот прям. Там просто такой фан-сервис. Мы лечим человека. Ты все выпила или ты чуть-чуть выпила и типа такая, вот на потом оставлю. Надо все выпивать. Молодец, давай. Теперь вторую. Да. Объем поболее. Нет, они одинаковые. Просто бутылочки по-разному выглядят. Лечим человека. Она все пахнет как энергетик. Как Red Bull. Ну это энергетик. Раз, два, три, ага. Зато проснешься. Так и дальше что? Я тебя это самое. Дальше интервьюирую. По поводу. Да, ты как. А где вообще эти билеты выигрывались? То есть где в Москве? Да, есть магазин Natural Republic, их да? Их там много. О, я даже не знала. Да, их там много, вот Настя как раз там работает. А, так ты у нас сотрудник, да? Сотрудник Natural Republic. Все честно. В общем, не знаю. Нет, все честно. Я видела, шли и вышли, короче, на King's Cross. Случайно. Это кафе Гарри Поттера, которое не так давно открыли. Сейчас зайдем, посмотрим, что там внутри. Чего стоим? Кого ждем?
стоим в очереди. Пошли фотографироваться. Я потом все адреса скину, естественно. Такой потрясающий интерьер. Даже снаружи просто. Обалденно. Зайдем вовнутрь, что там просто такое. А, ну тут все фотозоны. Девушка фотографируется. Сейчас посмотрим, какие у них цены на тортики. Цены на тортики зашкаливают. Вот такой ресторанчик нашли тоже на Хунде. Это все новые какие-то рестораны, которых я еще раньше не видела. Это, не знаю, это японская или китайская кухня там, пока не знаю. Но очень красиво внутри. Кстати, видно цветочки, сакура, все дела. Пошли в мой ресторан любимый на Хунде, потому что мы искали что-то корейское, но кроме баров и каких-то самгипсалев ничего не нашли. Кушаем супчик миёк. Как тебе? Отлично. Ну что там за история была? Так, а что про что рассказывать? Про корейцы или про истории совпадений наших? Да ты про все рассказывай. Первая история — это про то, как мы выиграли билеты. На следующий день, после того, как был розыгрыш в инстаграме Nature Republic, я ехала в автобусе к родителям. Обычно я езжу совершенно другим автобусом, совершенно другое время. Но тут так получилось, что я задержалась и поехала именно в это. Вот. Там я подсела вот эти девочка, я сидела в телефоне, зависала. Вот, поворачиваюсь, а у нее на телефоне эмблема XO, она типа песню переключала. И у меня как бы никогда не возникало желания познакомиться с человеком в автобусе. Вообще. То есть... А тут что, кей-попер, да, короче? Нет, судьба? Даже если человек будет обвешен полностью кей-поп, всем вообще, не знаю, всеми группами, все полностью в XO, я не подойду и не буду даже знакомиться. А тут мне приперло. Я такая, надо. Я к ней поворачиваюсь, говорю такая, извините, пожалуйста, как, типа, вы XO слушаете? Она такая, ну да. Мы так улыбались, друг другу познакомились, ее тоже зовут Настя, как и меня. Я вижу, что она какой-то паблик ведет. Я говорю, давайте я подпишусь на ваш паблик, она мне показывает паблик, я так, и ей между делом говорю, что типа, а вот мы тут в конкурсе Nature выиграли 2 билета на фестиваль в Сеуле. И она такая на меня поворачивается, поздравляю, мы тоже. А я ехала в Подольск, то есть, ладно еще в Москве, но я ехала в Подольск, самый вообще задницу города, на каком-то автобусе. Встретила девочку, которая идет со мной на фест в Сеуле. Потом выясняется, что мы еще и летим одним рейсом с ними. Мы как бы сидим и такие друг на друга смотрим. И... это нереально, таких совпадений не существует. Рассуждают про бывших парней в Корее. Слава богу, бывший. Да, слава богу, бывший. Ну что, больная, ты как? Что, нормально, не надо меня снимать, я плохо. Я плохо выгляжу, меня сдавит. Идем лечить тебя. Наша. Шопинг.
Одного. У меня мой шопинг-холдер остался. Вот. Тороплю. Нам сюда. Не, нам в кофешоп. На второй этаж.나팔바지 한번 할까? 나팔바지. 나팔바지 할까요? 네, 나팔바지. 자, 나라 나라. 나팔바지. 이거 아닌가? 어디 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 부분이었지? 나팔바지. 아 맞아요? 아 오케이 오케이 가도록 하겠습니다. 자, 나팔바지 보여드리도록 할게요. Soldier, hi. Ah, soldier, nice to meet you. Он работает на тебя глазами. Давай. Что вы зашли в нишу и что? Мы там в нишу, мы стоим, выбираем всякие кушаны. Мы мажем сейчас, стоим, и тут у нас вода в корейце вылезает. Причем типичный прям кореец такой весь. Весь слухи, весь кушаный, такой себя. В общем, он подошел к нам сзади. Вот стоит. Здравствуйте, я могу вам чем-нибудь помочь? Прям на русском. Прям на чистом русском. Просто мы знать, что здесь когда рассказывали, я жду вот сильно. Это где-то? Это на Мендоне. На Мендоне? Да, и мы, я сказала ему, что единственное, чем он не может помочь, это синий улидол. Долгий синий, все, очень ничего не надо. Потому что вот этот момент, как он действительно был такой. Он потом сам, впрочем, очень сильно застеснялся.
убежал. Он просто убежал от нас, мы потом за ним ходили, говорили, молодой человек, помоги нам, пожалуйста. Да? Что, мальчик? Он пошел, улыбнулся, а Стефани схватил. Истерика, истерика. Все красивые, парни в Корее, все красивые. Я увидел просто парня, который очень-очень-очень-очень похож на Чульмёна. Кто такой Чульмён? Это Сухой, это лидер наш. Сухо, который, да? Да. Сухо, который. Не Сухо, а Сухо. Сухо и без уха. В общем, мы какая-то истерика сейчас началась. Чуть не столкнулись. Вы так идете смело? Куда вы идете? Вот у нас и мальчик танцует. Все понятно. Я знаю, я не знаю, что я вижу. Народ уже набежал. Что-что? Народ набежал. Я вышла, это был час ночи, с 15 час, и, собственно, почему я там была? За 2 часа до этого мне пришло сообщение, приглашение на фансайн. И я вышла, чтобы там писать чем-то вопросы. Да, Монстерс. А как ты получила приглашение? Блин, в общем, я купила меньше 20 альбомов. Это как бы уже... Сумасшедшая! Меньше, намного меньше. Но... Остальные покупали по 47, Инна Монвебер купила много альбомов, около 80, короче, вот та, которую я говорила с Элин, она купила много альбомов, но не попала на фанс. Я купила намного меньше, просто огромное количество раз меньше. 10 раз. Monster X любят русских просто. Нет, я там счастливая. Вот. Я купила эти альбомы, сначала себе там несколько штук и еще немножко. Другой день ходила с этими альбомами, значит, по району Дондому, смотрела, что там где, хотела покушать нормальной русской еды. А, то есть ты тоже в Корее это все сделала? Да, естественно. Покупать нужно в определенном магазине в определенные дни. Ну, я, например, ну, как бы, я не хожу на фансайны, потому что мне, во-первых, не с кем. Одно мне как-то стрёмно. На фансайны ты как бы... Я тётя. Нет, не в этом. Вы вдвоем не сможете пойти. Вам нужно обеим получить приглашение. Ну, мне хотя бы какая-то движуха, чтобы с кем-то было. Там понимаешь, хотите все альбомы покупать. Там много людей, в общем-то, может познакомиться там. Да. Так вот, суть в том, что я ходила с этими альбомами, вообще ни на что не рассчитывала. В паблике у себя тоже писала, что... Вот посчитайте, каковы мои шансы, если я купила столько-то альбомов, а всего куплено за один день. А ты, получается, покупаешь официально альбомы, а потом это оставляешь... Который проводит этот фан-сайн, который они именно сами проводят. Да. И вот все, статус тоже там. Вот. И на браслетике, который на вход, тоже написано название магазина. И получается, что я ни во что уже не верю. Должны 17 числа фан-сайн, 16.10 высылать результаты. То есть не результаты даже. А как они тебя выбрали? Я не знаю, это лотерея. Ну так ты, получается, купила билеты. Нет, не билеты, а ты купила альбомы. А потом как они тебя выбрали по этим альбомам? Купила альбомы, записывают на листочке. Вот. Прыгном количество купленных альбомов. Имя, ну в моем случае фамилию вписывали. И номер телефона, по которому потом придет сообщение, если ты прошел. Вот как. И потом количество альбомов, это количество листочков, которые кидают там в шляпу, я не знаю, и откуда достают потом свой человек. Вот оно как. Вот, теперь стало ясно, как ты вообще выиграла. Это ты начинаешь, а потом вытянули мое имя. А как его вытянули? Я не знаю, как, но просто мне пришло сообщение 22.05. Я что-то уже завозилась, что-то искала, пыталась найти, как раз касательно монстра. И тут 22.05, я понимаю, что у меня сообщение пришло, читаю ЧГМОПСЫ. ЧГМОПСЫ. Я говорю, ну все, до свидания. Открываю сообщение, бла-бла-бла. Что ты будешь давать? Конфетки. Какие? Российские. Мальчикам? Мальчикам. Корейским? Мишке и Аленке. Давай быстрее, дай рюкзак людям. Не ловко дать шоколад. А? Не ловко дать шоколадку. Я тут
странно. Ну, нормально. Да? Ну, да, мы так. Вон там к этому, к черненькому или к светленькому? Кому ты хочешь дать конфеты? А я не знаю тебе. Что, черненький вон свободен. Ну, чё, давай конфеты, я там. Отдать? На, одну тебе, одну. А мы кому? А, как? Я этому отнесу. Иди вон к нему. Зачем? Отдать не хотел. Я хотела. Тоже неловко, да? Да, неловко. Знаешь, я с камерой вот так иду и даю ему конфету. Понимаешь? Не, просто я же подойти к нему сумку, ты типа, знаешь, чего конфету? Держи! А ты сам только ее? Откуда он знает? Держи! Вон конфету давай! Держи! Нет, такого! Быстрее! Эй, вы? Опять фотографироваться? Сейчас тебе полные штаны. Ему да. Блин, запикаю. Ну, реакции просто. Нет, это мальчик. Ну да, в смысле, кто сососы поставил? Непонятно. Непонятно. Стащи у него билет, пожалуйста. Ой, смотри, она к нему написала. Я попал на его билет. Смотри, смотри, смотри. Видишь, это визгливая баба. Вот красноволосая вот там стоит с сухиркой, как разговаривает. Вот это она вещи постоянно. Вот она сейчас с ним стоит. Да, это она. Она его там фанатка бешеная, она вообще... Ужасная. Просто ужасная фанатка. Она бичучая, страшная. Ему не понравилось. Мэри, хочешь еще одну сухи фото? Настя, Настя! Вот если бы она медведь была, бы я бы... А, вот, сзади. Смотри, ты сказала, давай делай. Это чип. Сегодня, кстати, вторник, обратите внимание, как здесь пусто. Обычно здесь так пусто не бывает. Я хочу такую шапку. А я хочу Пикачу. Она 10 тысяч стоит. 10 тысяч вон. Да. Это... 8 тысяч на Мендоне. Да? Да. Не знаю. Выгодно. Какая нахрен? На Мендоне. Очень выгодно. Не буду я ничего брать. Я мне нахрен она нужна в России, в российских реалиях. Если бы я в Корее жила, то может быть да, конечно. Я и в Корее-то не буду носить. Ну вот да, вообще. В Корее можно в них ходить. Такояки. Хотите такояки? А что это? Это шарики с осьминожкой, но они очень вкусные. Успокойся. Держите, я не могу и камеру, и... Давайте вы пробуйте, а я... Ну что? Let's go. New experience. Давай. Горячо, будет внутри горячо. А ты ела, да? Я смотрела, как Кихён ел. Вот, да, вот это я видела. Ну, ну, ну? Она еще не поняла вкус. Вкусно. Очень горячо. Ты скажи, вкусно или нет? Да, я попробовала. You see? Очень вкусно. Ah!
Смотрите. Свалили. Надо брать, да, бери. Вот которых билетики прикольненькие. Не, вот того, который красивый этот такой. Я просто знаю, что это будет, блин, течь потом по рукам и, блин, и взять, не взять. Спасибо, что сейчас. Да, действительно. Мы уже взяли. Мы уже успели облатить. Вот этого берем, прости. Какого? Вот этого берем. Вот берем. Вот этого берем, прости. Канлео берем, да. Канлео. Я твое let's go вставлю просто в начало. Let's go. И что так? Вкусно. Ну, вафли вкусные, крем тоже. Ну, и джем, я тоже думаю, будет вкусный. Джем тоже вкусный. Ну, жалко, что свежая клубника, но ничего страшного. А у тебя какие? Пустой. А, ну, сейчас, да. У кого-то температура прошла. Да, она поправит. Is the love shot. То есть вы специально выбрали, где есть вафли, чтобы с музычкой? Да. В Корее нашли игрушки, которые... Из магазина продуктового. А, это продуктовый магазин, окей? Окей, в Масиловской продуктовой. Да, это продуктовый магазин. А что за игрушка? Покажи игрушку, как выглядит. Хотя она прикольная, кстати. А, они действительно у нас же продаются, в окей. Да, 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 да. Вот такие вот хрень на входе лежат. Сколько он стоит? 500 вон одна штука. Чупа-чупс с пивом. А? 500 вон это вообще фигня. Это копейки, да? Я просто очень надеюсь, что он реально со вкусом пива. А ты что? Нет, я надеюсь, что он без вкуса пива. О, прикольно. Ну давай. Настя, все нормально? Что это? Но оно без пива. Но сладкое. Оно сладкое. Ну это вкусно вообще? Mm-hmm. Чупа-чупс со вкусом пива. Он типа с ананасом, походу. У меня аллергия на ананасы. У меня есть яичница. А эта штука, кстати, она кисленькая и типа шипит. Шипучка какая-то. Типа шипучки? А, ну как это, правильно, пиво оно же должно быть какое. Что попробуем. Это, походу, желейка какая-то. Вкус яичницы? Нет. Жареный? Это... Глазунья? Ну что? Это какая-то молочная карамелька. Да? Такая советская молочная карамель. Ну, серьезно. New experience. Ну, да, new experience. Яичница. Пойдемте. Let's go. Let's go. Я прям люблю ласточек. О, ты смотри, мастер. Не как ты под руку. Ха-ха-ха. О, он тебе помог. 4, все. Вон там вы, да, вон там выбирай игрушку. Желтого бери, он классный. Счастье это полное что ли. Ты прям выглядишь как этот. Я сегодняшним нашим погуляловым. То есть игрушки, это все. Это завершение хорошего вечера. Да, у нас очень хорошее завершение, очень хорошего дня. Счастье, 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 больные штаны. Ага.
Yeah.